18 мая «Старый Оскол» вновь присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году главная тема «Элементы» посвящается 150-летию периодической системы химических элементов Менделеева. Однако это не значит, что все на выставке, презентации и перформансы будут посвящены лишь химии и развитию науки. По задумке организаторов, под элементами стоит понимать все вокруг, включая природу и искусство. В «Старом Осколе» посетителей ждут в краеведческом и художественном музеях. Вход бесплатный. 17:00 в субботу, 18 мая, староскольцев приглашает художественный музей. Программу откроют творческие мастерские. Куклоделие с Еленой Слентьевой, глиняная игрушка с Оксаной Рощупкиной и гончарное дело с Верой Половинкиной. Для самых креативных – коллаж. Никита Клен будет проводить мастер-класс по коллажу. Это такой формат, в котором можно поучаствовать как, ну, всем желающим, как взрослым, так и детям. Молодежь особенно привлекает этот вид декоративно-прикладного искусства, поскольку коллаж позволяет включить очень в работу свою фантазию. Да, есть какая-то определенная тема, заданные направления, но каждый решает ее по-своему. И бывают совершенно неожиданные результаты в конце происходят. В программе также лекции об искусстве, фотозоны, вернисаж авторских работ староскольского художника Ивана Толмачева и живая музыка. Все это под открытым небом во внутреннем дворике художественного музея. Специальный гость также есть на нашем мероприятии, приглашенный из города Белграда. В 20 часов во внутреннем дворике музея состоится праздничный концерт живой музыки, который исполнит старший преподаватель кафедры оркестровых инструментов Дмитрий Хигай. Для любителей посткроссинга только 18 мая из музея в любую точку России можно будет отправить специальные открытки, репродукции картин местных авторов. Поддерживает акцию и Староскольский краеведческий музей. В 18:00 залы превратятся в лаборатории гуманитарных, технических и естественных наук. В программе робототехника, химическое шоу, викторины, экскурсии. Хранители не раскрывают всех секретов, но обещают, что скучно не будет. Кульминация вечера – историческая реконструкция на свежем воздухе. А у нас в городе есть такой клуб исторического фехтования, который называется «Стальной оскал». Этот клуб подготовил театрализованную сценку, которая связана с историей нашего города, с основанием города-крепости, с пограничными территориями. Не буду раскрывать полностью сюжет, чтобы это было интересно смотреть. Ну и девушки нам покажут парное фехтование на мечах. И также мы предполагаем, что наши гости захотят поучаствовать и попробовать себя в роли бойцов на таком мягком оружии. Также староскольцев приглашают стать участниками фотосушки. Тема выставки – природа в объективе. Фотографии украсят внутренний двор музея. Работы уже можно принести в краеведческий музей. В Старом Осколе «Ночь музеев» завершится в 23:00. Ольга Шалыгина, Евгений Левошко, Денис Остапенко, Ирина Чуликова, 9 канал.